Всем привет! Вы на канале Лаки Джеки. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Да, ребята, я в Роблоксе. И да, сегодня у меня будет, не помню уже точно, но, по-моему, первый раз в жизни буду проходить похожие карты. Начнем. Надеюсь, звук будет, ребята. А может и не. Так, ребята, я уже эту карту один раз пытался проходить, но не получалось у меня. Так, ребята, я знаю, что этого Кроуа лучше не брать. Ну, кто знает эту карту, пишите в комментариях. И кто хочет продолжения, ставьте лайки. Если мы наберем хоть 10, хоть каких-то, хоть 5 или 10 несчастных тех лайков, то тогда, конечно, я сниму то ли вторую часть, ну, этого опять прохождения, то ли, не знаю, то ли... какие-то другие карты, то ли вы порекомендуете. Так, ребята, я не могу так говорить. А, ну это ж... Ай! Ай, так не люблю, когда я падаю. Так. Так, тут у нас... Ах ты ж! Знаете, почему я именно Бравл Старс? Ну, что это мем, скажем так. Слава Украины. Клёво. Так, раз, два. Ну не думайте, ребята, что это я читерю. И типа все знаю. Нет, я не все знаю. Я не до конца. Это немножечко. Так. Когда же там уже будут находиться вот эти чучки? Или как там это называется? Где оно там? Ой, я уже не помню точно. Ну скоро. Надеюсь на это. Ох, тут крутые гемы. Эти штучки. Леона не буду брать. Дождусь до прикольчика. Какого прикольчика я вам покажу. Опа. 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 Кто любит Roblox, пишите крутые комментарии. И самый крутой комментарий, который мне понравится, я его вставлю в видео. Так, ребята. Такс. Такс. Ай. Ай-яй-яй. Так, проходим. Ох, вот это значки, конечно, жирные. Надеюсь, я же назад не иду. Нет? О, нормально. Так, ничего не пропустил. Ай, правильно? Так, уже вижу, с долины там написано Тара. Так, прикольно. Кстати, ребята, если вы не знали в этой карте, если вы проиграете... то все ваши штучки, которые вы захватили, то оно пропадет. И вам придется, ну, не заново, прям с самого начала, вот там, а где вы, ну, спавн вот этот ваш. О, наконец-то я до этого дожил. Ох, наконец-то. Так, еще немножко. Ух, быстренько пробежим. Кстати, ребята, тут телефон есть, но, к сожалению, это не новые, а старые, поэтому... О, пружинки. Вот такое дело я люблю. Рус! Хуй! А, нет! Ничего. Такое я не понимаю, как это делать. Кстати, ребята, я вам одну вещь. Скажу, что один раз я дошел до такого нормальной уже долины. И как только что я на ваших глазах, я проиграл. Ну, не проиграл, а упал. И знаете, что я сделал? Я просто молчал. Ну, как немножечко тут. И просто пошел, и, ну, это было далеко. И все. По-моему, а, да, это была с Вороном история. Ну, и, похоже, немножко другая. Вот, Спайка. Я уже не знаю, что там дальше. О, знаете, не буду брать. Что ты стоишь? О! Ой, 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 фу. Раз, ай. Раз. Ай. Ай. О, мегаящики, прикол. Вот я. О, вот у тебя прикольно подпрыгнул. Ни разу. Ай, тут уже серьезно все. Так, ребята, сконцентрировались на этой дорожке. Вообще, я один раз тут быстро пробежал, и все. Но это нужно быть мега аккуратными, мега все. Давайте, ребята, пожалуйста, наберем
100 000, пожалуйста. Я мечтал, а уже серебряные кнопки, как сколько я уже снимал на ютубе. Так, ребята, опа, 2 сик, 3 сик, 4, нет, не смогу, 5 сик, 6 сик, 7 сик, 8 сик, о, прикол, пораженьте. Возьму красную, что я буду, с одной крики, что? Ой, боже мой. Ой, я такого не ожидал. То есть это во всех играх, а то не думайте, что я... Не зря я тут спавнился, не зря. О, прикол, боксики. Ай. Да, ребята, я, конечно же, знаю, что Бравл Старс, скажем так, уже среди обычных людей не популярен. Ну, олды, конечно, да. Но я не такой уже олд. Я такой уже нормальненький. Но не олды. Ай, кому нужны тут пружинки? Возьму Сэндика, может, повезет. Ой, какой прикольный. Смотри. Мне что-то эти мешки не нравятся. Какие-то они мне что-то не нравятся. Подождите, давайте посмотрю. А, не, нормально. Ой! Ты что, купил там себе какие-то прибамбасы? Что уже так летает, как ракета. Так. О, Шелли, приветики. Там еще Билли Джин. Это прикол. О, смотрите, там у Пока уже конец. Прикол. Можно еще дойти до туда. Так. Стоп. Не, вперед туда, не назад. Или назад. Ай, не знаю, что там, что. Так, интересные штучки. Что это такое? Вообще. Ой. О, прикол. Если бы я тут был с пружинами, то я бы тогда, конечно... Так, стоп. Тут не прыгать нужно. Ай. 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 Ай-яй-яй. Ой. Ой. Кошмар. А где Сэнди? А, чуть-чуть. Я сам уже говорил. Вы тут смотрите, если вы такую карту, если вдруг захочете, то смотрите, не перепрыгайтесь. Так. Опа, фух. Ну, эту карту я не так долго и не так тяжело, не так было тяжело искать. Кстати, ребята, если вы хотите Among Us, давайте наберем хоть 4 лайка, пожалуйста. Такая прикольная карта, причем в Роблоксе. Я в шоке. Ну, не думайте, что там будут человечки, ну, квадратные, все такое одинаковое, только... Черный, нет. Так. Так, наугад. Так, синька, подождите, я знаю. Спас. Ой, я угадал. Прикол. Красный. Как я это сделал? Не понимаю. О, что это такое? Желешка, что ли? Так. Хоть оно и... Брол Старс все слышит только что. Хоть оно и такое и... О, то есть... Что же это такое за... Сосиски разноцветные. Интересно, кто такие готовит. Может, такие бы я ел. А то обычно меня не так сильно заставляются. Меня прям... Не говорят, ну, Женя, съешь нас. Вот эти, я бы такие съел. Ну, нет, я же не люблю покрашенное. Покрашенное вообще лучше не есть. Да я не имею в виду вещей, я имею в виду еду. Фу. Так, что это такое? Ой. А, тут нужно в круги прыгать. Без разницы, как я прыгну. Только самое главное за это не попасть. Я что-то понял, что это кругу. Ой, что это такое? Раз. Так, я знаю одну стратегию, не расскажу. Хотя нет, давайте уже вам расскажу. Там, где она отпечатывается, значит, это правильно. Да. Ой, простите. Так. Как? Все. Все, моя же стратегия. Что я? Если я вот тут стану? Не понимаю. Как это? Нет!
все, постарался запомнить. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, я же забыл. Ой, тьфу ты. Так. По-моему, так. Фу. Два. Нет. Что ж такое? Так, я вроде бы запомнил. Раз, два и три. О, прикол, прыгуночки. Вот, это кто, Кроу? Ого, прикол, сколько я прыгал. Там что, все это время Леон? Так, ну, ой, боже. Ребята, напишите в комментариях свои догадки. Почему тут в большей части персонажей нету глаз? Пишите свои варианты. Мой вариант, что когда они это делают, ну, когда они печатают на карты, я не знаю, как это способ, как это дело называется, но оно, ой, ну, оно, мне кажется, как-то, когда оно сохраняется без глаз. Ну, это по приколу, да, ребята. Для других это мучение, и все для меня перепрыгнуть. Две этого квадрата. О, джинщик, Билли Джин. Приветик. Ух! Так, ай! Ай-яй-яй! Раз, два, три! Ай-яй-яй! Ух! Что бы это ни было, я уже понимаю. Издевательство! Простите, ребята, но мне придется это сделать. Ради победы. Поддержите меня лайком за то, что я буду идти задним ходом. Ой, ну не задним ходом. Нет, ну что же это за безобразие? Ай, хорошо. Пройду и так. Нормально. Так, если я проиграю три раза, то тогда я все, иду с видосик. О, их тут три. Если я последний раз предупреждаю. До свидания. Да, в прямом смысле. До свидосик. Так. О, о, как тяжело идти назад. Да, смешно. Ух, что ж тут Биби такого? Издевательство. Если я сейчас еще... Так, не буду брать эти штуки Биби, а то они, мне кажется, все портят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы захватим две. Пригодятся. Ух, а тут назовем просто... Полет! Назовем его. Это действие. Ой! Ой! Прыг! Так, стоп! Не будем тут напрыгиваться. Ну что ж за безобразие? Издеваются надо мной тут эти разработчики. Да, я пойду. Я пошел, ребята. Поддержите меня хоть одним каким-то лайкосиком, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поддержите меня, пожалуйста. Я ради этого уже как пол ролика потратил. Заради вот этого туды-сюды прыгания. И хоть до того одного какого-то несчастного спавнпоинта, и вся моя жизнь как не знаю что. Так, все, как мне тут сохраниться? Вообще не знаю. Раз, два. Хуп. Нет. О, слава богу, я как-то сохранился. Это мне хоть настроение немножечко. Мы, к сожалению, уже не сможем дойти до конца. Ай. Так, о. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, у меня такое чувство, что я все... Ой, фух, слава богу, не пришлось у меня настроение не портить. Эти мне штуки злят. Какой они жирные. Фух, сразу взгляд. Ух! Ух, все, спавнпойнти. Как-то спавнпойнт. Нормально бы кнопка была. Я, к сожалению, может это и должно быть для слепых, типа, шоу. Ну, типа, чтобы именно гадко, все.
Нет, Сандика мы не возьмем. Потому что я буду песок потом, когда буду грустным, может, еще буду есть. Поэтому я не буду. Если я проиграю, может, песок потом еще съем. Что я был Сэнди. О, прикол. Мортис уже. Давайте дойдем до ворона того несчастного. И придется закончить уже. Скоро придется закончить видео. Так. А нет. Все. У меня уже это терпение взорвалось. Или как там это говорится правильно. Так, ой, боже мой. Я не знаю, что это такое. Если я бы знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Ох, тут я смогу на этом испытании хоть отдохнуть немножечко после моих тиканий. Ух, так, все, спавнпоинтимся. Раз, два, три, четыре. Ой, простите, ребята, я обещал только до ворона. Давайте уже пройдем это испытание. И на этом, ребята, мы будем с вами заканчивать. Всем пока-пока! Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Пока-пока! До новых встреч! Сейчас я на ваших глазах упаду. Пока, ребята! Пока! Пока!